Всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп и наш новый видеообзор аксессуаров для лодок ПВХ. В данном случае мы рассмотрим УКБ-6, у нас на сайте, по крайней мере, они так называются. Крепежный блок у нас выполнен из влагостойкой фанеры, который не боится влаги. Вот. Тут у нас есть держатель для спиннинга под углом 45 градусов, держатель для спиннинга вертикальный, для транспортировки. Вот. Сверху у нас есть площадка для крепления монитора эхолота. Она идет вот на таких барашках. То есть, в принципе, если вы площадку уже зафиксировали от монитора, то спокойно ее можно снять, убрать с собой, то не... и с собой забирать. При необходимости просто на место установили, закрутили, и она уже снова в рабочем состоянии. Крепежный блок у нас крепится, есть возможность крепления двумя способами. Первый способ — это для крепления на систему крепления трос ликпас, то есть трос, который крепится на борту лодки. Он либо уже на лодке установлен, если у вас сиденье передвигается, либо можно купить отдельно электрос. Вот, приклеить и на него устанавливать этот прибамбас. Вот. Второй вариант крепления — вы просто это крепление на сиденье непосредственно. Если у вас сверху, конечно, накладки нет, которая бы помешала этому. То есть, опять же, откручиваем барашки. Максимальная толщина сиденья в данном случае, если сейчас замерим, конечно, обычно порядка 20 миллиметров максимальная толщина сиденья идет. Рулетка у меня есть под рукой, сейчас замерим. Да, максимальная толщина у нас получается сиденья — это 20 миллиметров. То есть, предположим, это сиденье поставили и барашками притянули. Все, УКБ-6 у нас установлено и можно им пользоваться. Сейчас замеряем размеры. Размеры площадки под монитор 11,5 на 11,5. Размер площадки большой, это получается 34 сантиметра, так получается 19,5 сантиметров. Еще плюс данного крепежа в том, что вот сюда можно установить аккумулятор для эхолота. Вот. Тут у нас получается чистый размер 18 сантиметров, 18,3 даже на 13,3. То есть при необходимости подобрать можно аккумулятор сюда, его можно устанавливать и фиксировать. В принципе, вот и вся УКБшка. Меня зовут Арсений, интернет-магазин Тукэмп, подписывайтесь на наш канал, рекомендуем.